Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами и информацией. Сегодня я зашла в новый проект, который находится на предстарте. Официальный старт будет 5 августа, но уже можно активировать место, как бы кабинет, и открыт вывод. Значит, я маркетинг уже в прошлом видео рассказывала. Посмотрите у меня на канале. Я уже все, вот схема работы с площадкой. Вот это все нужно прочесть. Значит, вход 100 рублей, выход 1000. Минимальный вывод 1 рубль, ну от 1 рубля. Значит, и платежки Киви, Яндекс.Пэйр, и все деньги распределяются между участниками поровну. Так, это понятно. Теперь я зайду в кабинет. У меня, пока я вот снимала видео, потом пока я рекламу раскидывала, у меня накапала денежка 33 рубля. И, естественно, я их поставила на вывод. Вот эта общая сумма здесь отображается полностью. Заработано всего. Вот у меня 37.06. И вот пока я вот сейчас вот записываю видео, у меня уже капает еще денежка. Видите? Вот когда резерв мой будет по нулям, только тогда я сделаю заново, ну, как бы это сказать, реинвест, да? Вот. Еще оплачу место 100 рублей в этом проекте. А так у меня вот я зашла на 100 рублей. Значит, проект платит. Все замечательно. Значит, давайте перейдем на почту. Вот, смотрите, с учетом комиссии, да, у нас тут Payr берет 29.89. Далее, комментарий. Портуслуг.ру. Статус платит. Вот. Я не знаю, я так очень довольна этим проектом. Во-первых, он на предстарте. Есть группа ВКонтакте. Я ссылочку на группу оставлю под видео. И вот здесь последние 10 распределений идут. Люди получают денежку. Изумительно. Я думаю, здесь будет жарко. Кто не здесь, присоединяемся. Приглашать не обязательно, так как все денежные средства распределяются поровну. Вот, ну что, как бы я довольна. Буду периодически делать видеообзоры по проекту. Это не последнее мое видео, естественно. На этом буду заканчивать. Приглашаю. Проект, конечно. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!